Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 6 июля, сегодня у нас с вами суббота, сегодня достаточно энергетически сильный день, друзья, сегодня чудодейственный день в канун Ивана Купала, плюс у нас сегодня с вами новолуние, плюс у нас сегодня зеркальная дата, и все это вместе дает нам право на то, чтобы мы сегодня обязательно в вечернее время провели одну простую практику, обязательно положите под подушку на богатство и деньги. И скажите определенные слова. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Друзья, у нас очень много интересной, полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, сегодня 6 июля. Сегодня особенный день, наполненный энергетикой новолуния. Это день, когда Луна возрождается и предоставляет нам возможность начать жизнь с чистого листа. Этот день идеально подходит для планирования и визуализации своих желаний и целей. Кроме того, особое значение к этому дню придает новолуние, которое еще и находится в соединении с Венерой и в секстиле с Марсом. Эти аспекты создают благоприятную атмосферу для воплощения желаний, которые связаны с домом, семьей и с детьми. Новолуние, именно это новолуние, ассоциируется у нас с вами с семейными ценностями, с уютом, заботом и эмоциональной безопасностью. И этот день люди будут склонны обращать больше внимания на свои эмоциональные потребности и стремиться к созданию гармоничной и защищенной обстановки. Соединение новолуния с Венерой усиливает все эти темы, добавляя элемент любви, красоты и гармонии. Венера в Раке подчеркивает важность эмоциональной близости и заботы о своих близких и родных. Секстиль с Марсом, планета энергии и действия, способствует активному воплощению планов и желаний, связанных с домом и семьей. Что обязательно нужно делать в этот день? Новолуние – это вы знаете, что время для создания новых планов и визуализации желаний. Обязательно напишите свои цели на бумаге, подумайте о том, чего вы хотите достичь в ближайшее время и постарайтесь визуализировать их как можно ярче. Постарайтесь сегодня, этот день 6 июля, особенно во второй половине дня, провести этот день с семьей, с близкими людьми, с родными. Как вариант, устройте совместный ужин, проведите время вместе, обсудите планы на будущее. Это укрепит семейные узы и создаст атмосферу доверия и любви. Также, если вы планируете расширение семьи, то знаете, что это новолуние создаст для вас гармоничные условия для зачатия. Если вы задумываетесь о покупке нового дома, мебели или других крупных приобретениях для улучшения вашего домашнего уюта, сегодняшний день будет идеальным для таких действий. Также посещение родственников или поездка к родительскому дому принесет вам много положительных эмоций и поможет укрепить семейные связи. Энергетика этого дня 6 июля будет наполнена чувствительностью, эмоциональностью и стремлением к безопасности. Люди могут стать более заботливыми и внимательными к своим близким. Это день, когда важно прислушиваться к своим эмоциям и интуиции. Старайтесь уделять внимание своим внутренним потребностям и стремиться к созданию гармоничной обстановки вокруг себя. Постарайтесь этот день провести дома, в кругу семьи или с любимым человеком. Постарайтесь создать уютную атмосферу, займитесь домашними делами или просто отдохните. Проявляйте свою заботу и внимание к родным и близким. Важно поддерживать друг друга и уделять время общению. Также сегодня очень хорошо практиковать визуализацию своих желаний и целей. Представьте, как ваши мечты становятся реальностью и настройтесь обязательно на позитивный результат. Кроме того, 6 июля – это важный день, предшествующий одному из самых магических и мистических праздников года – Ивана Купалу. Этот день будет полон таинственной энергии, предвещающей волшебство и благополучие. В ночь на Ивана Купала многие верят в чудеса и следуют древним обрядам для того, чтобы привлечь удачу, здоровье и богатство в свою жизнь. И одним из таких обрядов является практика, о которой мы далее с вами поговорим. Обязательно ее проведите уже в вечернее время, главное не забудьте.
И обязательно это положите под подушку. Вы знаете, что Иван Купала – это древний славянский праздник, посвященный летнему солнцестоянию, связан с культом плодородия и природы. Этот день символизирует соединение мужского и женского начал, воды и огня, света и тьмы. И праздник именно отмечается в ночь с 6 на 7 июля и включает в себя множество ритуалов, направленных на очищение, защиту и привлечение благополучия. Традиции Ивана Купала включают купание в реках и озерах, прыжки через костры, плетение венков и поиск папоротника, который, по легенде, цветет лишь раз в году в эту ночь и приносит счастье тому, кто его найдет. И также сегодня мы с вами хотим поделиться именно практикой, которая поможет вам в том, чтобы заиметь те блага, которые вам нужны. И эту практику мы будем проводить, друзья, с помощью лаврового листа. Вы знаете, лавровый лист, он символизирует успех и победу и является важным элементом в таком вот обряде. Вообще, лавр с древних времен считался священным растением, олицетворяющим победу, мудрость и силу. В античные времена лавровыми венками увенчивали победителей и героев. В магических практиках лавровый лист используется для привлечения успеха, богатства и исполнения желаний. Его аромат и энергетика усиливают намерения, помогая воплотить их в реальность. Именно эта практика, она очень простая, но в то же мощная и поможет вам привлечь в вашу жизнь финансовое благополучие и удачу. И для проведения этой практики вам понадобится один лавровый лист и немножечко времени перед сном. Итак, как мы будем с вами проводить эту практику? Вечером 6 июля возьмите лавровый лист. В этот момент подумайте о том, что именно лавровый лист у вас ассоциируется с изобилием, с достатком, с благополучием, с теми мыслимыми и немыслимыми благами, которые вам сейчас нужны на данном этапе. Далее на лавровом листике вы можете написать цифру, которая вам необходима в самое ближайшее время, или написать ваше желание. Это может быть все что угодно, но вы должны, если вы делаете первый раз такую практику, рассмотреть что-то более поскромнее. То есть это не значит, что если вы напишите миллион чего-то там, что вам нужно. Вы должны понимать и то, что Вселенная, она тоже мудра, и она понимает, что человеку нужно в данный момент. Поэтому вот сядьте, проанализируйте, поймите, что вам нужно или что бы вы хотели. То есть или само желание, буквально одно-два слова на лавровом листике пишем, или цифра, которая вам нужна в ближайшее время. Это может быть ваша какая-то радость, какое-то ваше удовольствие. У каждого это будет свое. Далее, перед тем, как положить этот лавровый лист под подушку, скажите следующие слова. Лист лавра – символ победы. Привлеки ко мне богатство. Сила природы, энергия дня, наполни мой дом изобилием. Пусть деньги текут, как река, пусть удача придет ко мне навсегда. Благодарю за богатство, за счастье и успех. Да будет так, как я желаю. Аминь. После этого лавровый лист мы кладем под подушку, на которой именно вы спите, и ложитесь спать. На следующее утро после пробуждения обязательно выньте ваш лавровый лист, даже если он слегка где-то поломался, разломился, не переживайте, все в порядке. Обязательно поблагодарите Вселенную за ваше благополучие и финансовый успех. И если ваш лавровый листик, он разломался, возьмите в правую руку, возьмите его, сожмите и постарайтесь размять на мелкие кусочки. После этого возьмите, выбросите в окно, и в этот момент представляете, как в вашу жизнь, к вам идет изобилие, достаток и благополучие. Вы увидите, как в самое ближайшее время в вашей жизни могут произойти изменения. Вот такая вот практика, но главное, что лавровый лист вам обязательно в этом поможет, даже не сомневайтесь. Главное, чтобы вы верили в то, что вы делаете и совершаете. И, друзья, далее хотим с вами проговорить еще один момент. Сегодня у нас с вами 6 июня, сегодня у нас с вами и такая вот зеркальная дата. О чем это речь? Это говорит о том, что сегодня очень повезет с финансами.
курсами и в работе дизайнером, программистом, копирайтером, художником и другим творческим профессиям. У вас появится много новых идей и вдохновения. Также этот день положительно отразится на отношениях с родными и близкими. Цифра 6, она поможет вам найти поддержку среди окружающих, чтобы привлечь деньги и успех. А вот 0 говорит о грядущих изменениях в жизни. Поэтому обязательно используйте цифру 6 сегодня, где вы бы не были. Например, вы можете проговаривать или, возможно, придумать себе какую-то считалочку. Даже рисовать цифру 0606. Это также поможет вам в том, чтобы привлечь вот те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны в вашей жизни. Далее, друзья, давайте уделим внимание карте Таро на 6 июля. И вы знаете, сегодня выпала карта Таро «Верховная жрица». Эта карта является одной из, наверное, самых таинственных и глубоких в колоде Таро, которая символизирует интуицию, тайные знания и духовное понимание. Именно в этот день, 6 июля, Верховная Жрица призывает нас обратить внимание на внутренний мир, прислушаться к своей интуиции и искать ответы внутри себя. Кроме того, вы должны понимать и о том, что эта карта подталкивает нас, чтобы мы учились терпению сегодня, умению находить спокойствие в любой ситуации, в которой вы бы не оказались. Также сегодня карта это подсказывает нам, что нельзя нам торопиться с решениями. Дайте себе время для обдумывания и анализа, особенно в тех ситуациях, когда вас кто-то торопит, кто-то вас заставляет, давай, быстрее, принимая решения и так далее. Наоборот, здесь нужно остановиться и подумать о том, а что же происходит в действительности. Также этот день идеальный подход для саморазвития и личностного роста. Постарайтесь посвятить время медитациям, чтению духовной литературы или участию в семинарах и тренингах по саморазвитию. Также Верховная Жрица призывает нас сегодня искать ответы внутри себя. Если вы столкнулись с трудностями или неуверенностью, попробуйте найти время для уединения и размышлений. Ваше внутреннее знание поможет вам найти правильное решение. Этот день будет благоприятен и для изучения тайных знаний и мистических практик. Возможно, вы захотите углубиться в астрологию, таро, руны или другие какие-то эзотерические дисциплины. Также сегодня стремитесь к балансу и гармонии в своей жизни. Найдите время для отдыха и восстановления сил, чтобы поддерживать внутреннее ваше равновесие. Также найдите время для уединения сегодня и размышлений. Это поможет вам настроиться на свой внутренний голос и найти ответы на важные для вас вопросы. Теперь давайте узнаем, что же нам сегодня говорит Архангел Михаил на этот день 6 июля. Архангел Михаил советует нам сосредоточиться на своей защите и безопасности, поэтому используйте этот день, чтобы укрепить свои границы, как физические, так и эмоциональные. Очистите свое пространство от негативной энергии, возможно, проведя ритуал очищения с использованием тех же свечей, благовоний или других инструментов. Визуализируйте яркий белый или синий свет, окружающий вас и ваш дом, создавая тем самым защитный щит. Попросите Архангела Михаила укрепить этот щит и защитить вас сегодня от любых негативных влияний. Кроме того, Архангел Михаил в этот день 6 июля призывает вас быть смелыми в своих действиях и не бояться брать на себя ответственность за свою жизнь. Если перед вами стоят какие-то трудные задачи или решения, то Архангел Михаил обязательно даст вам силу и уверенность для их преодоления. Поэтому сегодня на протяжении дня произносите следующие слова. «Я смелая и решительная. Я преодолеваю любые препятствия». Также попросите у Архангела Михаила, у ангела-хранителя, у высших сил дать вам силы и уверенности для выполнения всех задач. Кроме того, сегодня день очищения и обновления, поэтому Архангел Михаил советует освободиться от всего, что больше не служит вашему высшему благу. Это может быть как физическое очищение, это может быть уборка дома, избавление от ненужных вещей, так и эмоциональное, тоже прощение и отпускание старых обид.
Далее, на что еще стоит обратить внимание, это то, что Архангел Михаил в этот день призывает нас доверять своему внутреннему голосу и следовать его указаниям. Обращайте внимание сегодня на свои сны, возможно, на интуитивные прозрения и знаки, которые могут появляться сегодня в вашей жизни. Архангел Михаил также напоминает о важности помощи и руководства другим. Используйте свою силу и мудрость, чтобы поддерживать тех, кто нуждается в вашей помощи. Делитесь своим опытом и знаниями, чтобы вдохновлять и мотивировать окружающих. Друзья, вот такой у нас с вами волшебный, зеркальная вот такая вот дата, да еще и в новолуние, еще и перед Иваном Купала. Поэтому используйте энергетику этого дня себе во благо. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, переходите на наш канал, у нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.